Вот туда вперед лунки 2-3, ну и сюда, ну как-то так. А мы рыбачили вот. Можно и здесь, как бы по той стороной, а там я не пробовал просто ни разу, может там будет что-нибудь, не знаю. Игрушка. На озерах еще больше, чем на речке, метр с лишним, глубина тут где-то 2 метра. Применяю мормышку вольфрамовую золотую и нимфочку. А это что, не почистили? Не успели, все же в бой сразу. Поймал на нимфочку. Вяло клюет, давление низкое, не крупное. Третий. И все на нимфу клюет. Червя никто не хочет. Опять на нимфу. Ну-ка, стягай я балансиром, попробую, Оля. Брить пока не буду, сейчас только пару раз. Потерпи пока, прям буквально вот пару секунд.
Червя вообще пока ни один не взял. Там трава, да? Наверное, за траву. С траву намотал. Точно, да. Конечно. Пришел попробовать балансиром. Ну и там распугал просто, да и все. На балансир ни хера не ходил. Может, туда попробовать, где ты говорил? Где вы там пробовали? Вот мы вдоль берега, вот там, вот за мысом, вот где вы, вот. Вот тут вот, мы где-то вот тут выезжали. Ага. Буквально. Понятно. Все, Вань, рыбачь. Да. Я говорю, я пробовал, балансир не хочет. А тебе Вадик не говорил, какая у меня черпалка есть? Что есть? Мега черпалка. Теперь я забыл ее взять сюда. На 150. Ну она на 160. Я ее подогнул немножко. Как раз влазит. Я если найду летом вторую, я вот не помню, где вторая валит, я тебя подгоню потом. Такой черпадл вообще вот прям вот такой. Валит. На нимфу, на зеленую. У меня же нимфа такие, волшебные. Я ее когда вижу, нимфу, я ее заговариваю. Нимфа, лови рыбку разную, большую, маленькую, всех лови. Ну, они ловят потом, слушаются меня. А глубина большая? А, я не знаю, метров полтора. Да он тут подо льдом может даже брать. И они тут пластами стоят. Когда находишь место. О! Его. Нашел место, да? Сегодня давка не окуня. Была бы давка окуня, вот это было бы, да. Тут вообще по-другому все было бы. Вот примерно как раз, где ты сидишь, ну, грубо говоря, в прошлом году, в середине апреля, штук 200 окуней с одной лунки вот так взяли. Штук 200 с одной. Просто никто никуда не ходил, не перебурился. Сначала я штук 50 поймал, потом Саня весь день сидел на нее, блеснул, на блесну ловил. Ну, видишь, смотри, как высоко поднял от дна. Иди сюда. Снизу забрал пласт, надо повыше поднимать. Че, ну так и есть. Ну, конечно, не крупный, но место зарыбленное. По идее, разрыблять надо этот водоем. Малой крупной рыбы 50 сантиметров от дна. Хоп. Да, мормушка чуть побольше. Ну, поставь покрупнее. И, а, у меня в основном нимфа работает.
смотри, дуплетом. Амплитуду создай вот такую вот. Видишь, как я делаю? Смотри. Не частая, но на подъем. И все, это раздражитель для окуня. Так же и вниз потом, если там поднял сантиметров 50, там 70 от дна. Так же вниз. Вот. Как раз 50 сантиметров и взял. А куски сушеные вкусные. Он прям подо льдом взял. Пошел третий ярус, короче, выбирать. Че ты скулишь, Тёма? Все нормально, иди побегай. Там в лесу рябчики свистели недалеко. Может, кого-нибудь трепанешь? Не, мы подъехали сюда, я слышал, свистел рябчик. Раз как-то сидели здесь, они вылетели, ну, прямо вот так вот на деревья сели. Дайте Тёме удочку, он рыбачить хочет. День у меня маленький, а маленького надо. Есть у тебя маленький? На. И вон, бери. Хвост тебе теперь понадобился, да? Вот и дурной, а. Смотри, что делает. Ну ты, Тёма. Смотри, что делает. Так он, смотри, как вообще себя ведет, да? Так забавно. Где Тёма кадр? Все клюет. Тёма, ну тебе дали пожрать уже, что ты, ну бери и кушай его. Какая проблема-то, я не пойму. Как продольники у меня воровать и есть, так нормально тебе было, да? О, давай, придушил его и ешь. Всему тебе учить надо. Я тебе вот здесь точно палкой по башке дам. А вот там ешь. О, поймал. Наконец-то. Да, на нимфу, практически вся нимфа. Я уже только всего трех поймал окуней на червя. Пошла натяжка, да? Ну, поймал хоть. Немножко. Немножко. Кошки. А у меня что-то все. Осторожные одни остались. Маленько останавливают кивок и не берут. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. А я думаю, что он так вяло берет? У меня уже все голое на крючках, ничего нету. Сейчас мы тебе кусок мяса подцепим. Мяса накопали вчера много. Полная банка. Ты сожрал того или нет? Чё ты пришел? Ну и все, ты если их не ешь, что за какой тебе смысл давать? Ты можешь не выпрашивать. Ага. Я тебе сейчас дам. Тебе дали, иди ешь. Ты его вот почему не съел? Чё грызёт? Ну он скулит, рядом лег, морду положил и смотрит на них.
Подо льдом сразу стоят. Раз подо льдом? Ага. Ну, видишь, как поднял? Дергают? Да. Это последний пласт забираю. Короче, задрали они меня, надо новую лунку бурить. Не, у меня клюет, ну, вяло клюет, останавливает просто мормышку. Ваня, бросай такие плавила. Нашел! Искал, искал окуней. Нашел. Они в траве не стоят, они сантиметров 40 от дна от травы стоят. Тёму чуть не подбил. Я могу ждать день, два, но не 5 минут, а? Тут тоже он не ждут, смотри, что творят. Дуплет! Я говорю, они выше травы стоят. Видишь, как вот высоко от дна играют. Попался сразу. О, тут покрупнее. Че, где лучше брало? Да везде, блин. Что-то глухо в этой лунке. Глухо, 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 ха-ха-ха-ха-ха. Тишина наступила на этой лунке, надо нового бурить. А то что-то не клюет. А надо нам, чтобы клевало. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Thank you.
что-то не клюет больше. То ли опять этот бур завелся и все. 4 окуня, 2 схода и все. Одного бурить. Новую бурить или в старую покидать. Добротный. Да, озеро совсем зарыбилось. Раньше крупнее были. С каждым годом все меньше и меньше здесь рыба. Хороший красавчик. Сорогу поймал крупненькую. Что-то у меня вообще тишина. Собирай, Коль, уточку. Поперем, да. Вот еще одна рыбалка подошла к концу. Ехать нам еще далековато. Будем собираться потихонечку. Так, вот мой результат. Все, просили-то показать-то рыбы. В общем, по канистру. Поле пол пакета. А вот смотри, какую сорогу поймал. Ну чуть меньше пускай. Река какая. Добротная. Ну правда одна. Тут что-то не очень. Ну что там поймал-то? Паукана тоже поймал, да? О, даже побольше вкусно. Нормально. Нашел удочки. В общем, как-то так. Всем удачи, всем пока.